В 2018 году Азербайджан значительно развил рынок ценных бумаг. Об этом в рамках мероприятия «Улучшение инфраструктуры рынка капитала в Азербайджане. Перспективы развития» заявил председатель правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышев. По его словам, с этой целью проведены комплексные работы, которые будут продолжены и в будущем. В ближайшие годы в Азербайджане ожидается значительное развитие рынка ценных бумаг. Данный процесс уже начался и отражается в основных сегментах рынка. Так, объем рынка капитала в стране в прошлом году вырос на 56,2%, почти 25 миллионов манатов. Государственный рынок капитала увеличился в 2,2 раза, составив 14 миллиардов манатов. Объем операций наиболее пассивного сегмента рынка, репо, вырос почти в 12 раз, достигнув 612 миллионов манатов. Помимо этого, продолжаются работы и в других сферах. В местный рынок активно привлекаются иностранные инвесторы, проводятся работы по усовершенствованию технологий, проводятся реформы в налоговой и таможенной сферах. Также с целью интеграции азербайджанских ценных бумаг в мировой рынок проводятся активные работы по развитию необходимой инфраструктуры. По словам исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы, созданная в Азербайджане атмосфера рынка капитала положительно отражается на многих секторах экономической и социальных сфер. Для развития рынка капитала Азербайджана создана прекрасная инфраструктура и создаются новые перспективные пути развития. На сегодняшний день объем денежной базы страны равен примерно 10 миллиардам манатов. Данный показатель превышает показатели соседних стран, но при этом перед нами все еще стоит большой объем работы. Это и дальнейшее развитие инфраструктуры, интеграция в международный рынок, укрепление юридической базы и другие нюансы. С целью улучшения рынка капитала Азербайджана и развития новых перспективных путей Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана и австрийский Raiffeisen Bank International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках усовершенствования рынков капитала, депозитивных операций и клиринговых расчетов. Документ предусматривает привлечение иностранных инвесторов в финансовый рынок Азербайджана. В этих целях будут открыты номинальные счета между Национальным депозитарным центром и РБА. Фуат Байрам Джайдгадыров, CBC.